Чувашия стала участницей проекта по развитию систем водоснабжения и водоотведения в городах России. Чебоксары прошли серьезный конкурсный отбор и вошли в пятерку победителей. В Москве было подписано соглашение между Министерством строительства России, Кабинетом министров республики и администрацией города. Принимая во внимание, что на территории бассейна Волги расположено наибольшее количество городов, а также сосредоточена большая часть промышленных и сельскохозяйственных производств, было принято решение, что участниками проекта станут именно мужские города. Предстоит достаточно такая серьезная напряженная работа по итогам этого проекта. Качество жизни людей, проживающих в тех муниципалитетах, которые сегодня соглашение подпишут, конечно, будет на порядок выше. Подготовка проекта заняла чуть больше 2 лет. В ноябре 2017-го на встрече главы республики Михаила Игнатьева с представителями нового банка развития стран БРИКС и руководителями Санкт-Петербургского фонда инвестиционных строительных проектов представители администрации Чебоксара озвучили намерение возвести дополнительные сооружения для очистки сточных вод и полной модернизации канализационной системы. Износ сетей водоснабжения, водоотведения, износ оборудования канализационных насосных станций, износ оборудования на очистной водопроводной станции «Завражная» привели бы к большим потерям, к экологической проблеме на территории города, к авариям и к существенному росту тарифов на эти услуги для населения. Поэтому полученный нами грант в рамках реализации национального проекта «Экология» позволяет нам безвозмездно решать эти проблемы. Новый проект включает большой комплекс мероприятий – от водоподготовки и водоотведения до создания системы сбора и очистки ливневых стоков. Финансовую поддержку получат 5 городов Поволжья – Дзержинск, Иваново, Рыбинск, Волжский. Чебоксарам, по предварительным данным, на создание этой инфраструктуры планируют выделить более 3 миллиардов рублей. Дан старт проекту совместному с новым банком развития в области коммунального хозяйства свыше 3,5 миллиардов рублей с учетом инвестиций республики и 3 миллиарда 100 миллионов рублей банка поступит на развитие Чувашской республики в ближайшие 6 лет. У нас есть уже положительный опыт работы с 2010 года в этом направлении. Был реализован ряд проектов довольно успешно с Всемирным банком развития. Сегодня вот новый этап развития коммунального хозяйства республики. В Министерстве строительства России рассчитывают, что подписанные 3-сторонние соглашения дадут синергетический эффект, и одна из главных водных артерий страны, река Волга, станет чище и безопаснее.